тебя связали! Они меня связали и подстригли! У меня остался последний волос на голове, я так его берег, так на него... Что? Сегодня расскажу вам свою историю детства, почему я стал лысым. Что-то задумала. Это демон! Лера! Давай я, нет, давай я, ладно. Малина, давай! Дорогой дневник, я наконец-то купил себе новую клавиатуру, мои пальцы зажили, но я эту клавиатуру после нового мода Sky случайно разбил себе 3 раза об голову и утопил в ванне. Дорогой, пожалуйста, разработчик, пришли мне, пожалуйста, новые 10 клавиатур, а то мне не на чем играть. Мяу, а кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, тот сегодня получит подарок. Считаю, 3, 2, 1, мур, люблю тебя. Ребята, сегодня я расскажу вам свою историю детства. Почему я стал лысым? Ко мне привели бойфренда. Он был двоечником и не хотел вообще учить математику. Да ладно? И я решил преподать ему уроки через музыку. Вау. При помощи скрипки я решил научить его математике. И что, получилось? А давайте посмотрим. Да, у него начало получаться. Я ему задавал скрипочный пример, и он не решал. Он же хотел заниматься музыкой. Вот я и решил его научить математике. Ничего себе! И тогда я решил ему задать свой самый сложный коварный пример. И если бы он его решил, я тогда бы ему рассказал свою историю детства, почему у меня не стало волос, как я рос, да кто ладно? Был у меня в классе, почему я стал злой, такой несчастный. Так а что случилось с тобой в школе? Но он должен был решить этот пример, и я со всей своей силой скрипкой ему задал. Ого, он такой сложный. Он был нерешаемый, и тогда бойфренд немного подумал. Вроде можно его решить, по крайней мере, там не кораблики какие-нибудь. Да, вот это. Ну что, бойфренд решил твой пример или давайте нет? Давайте посмотрим, решил он или нет. И он как начал петь, говорить, плясать, танцевать, говорить цифры вслух, у него закипела голова, чердак. И он выдал мне ответ! Да и ответ был правильным, ребята! Так ты нам расскажешь сегодня свою историю? Да, моя история началась в моем детстве. Я ходил в школу, где у меня было много друзей. Я очень любил математику. Все остальные предметы вообще не любил нифига. Ого, у тебя какие были волосы! У меня была самая крутая шевелюра в классе. У меня было столько волос, что в них можно было легко спрятать мышку и кошку. Когда приходил на уроки, все учителя были в шоке от меня, как я классно знал математику и сколько у меня было много волос на голове. Футбол? Меня не брали играть в футбол, потому что я был заучка, ботаник, математик. Так, тебе приходилось только математику учить? Да, и со мной не хотели из-за этого дружить. Я кроме математики ни о чем не мог думать. Зато ты был, наверное, очень умный, и все хотели у тебя списать по любасу. Я был очень умный и решал в уме такие примеры, которые другим и не снились. Я получал 5+. Да. Ого, плюс так а что ты? И класс, наверное, хотел, чтобы ты им помогал? Да, но у меня была девочка, которой мне очень нравилась Playtime. А вот этот вредный Балли ее похитил, забрал у меня и издевался надо мной, хулиганил и не давал прохода. Так ты не дал им списывать? Я не давал им списывать. И тогда они закрыли тебя в комнате. Да, они меня закрыли в комнате, издевались надо мной, и они меня подстригли, забрали все мои волосы, а Playtime стала настоящей злюкой, и я ее больше не подожди, любил. Подожди, что происходит? Они тебя связали. Они меня связали и подстригли. О, ребята, нет, Балди, и после это этого, грустно. После этого почему? Я стал... Очень злым. У меня остался последний волос на голове. Я так его берег, так на него молился. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо с твоими любовными историями. Ты же не расстроился и стал все равно классным учителем. Я все равно очень люблю любовные истории. Да, друзья, и сегодня мы должны помочь бойфренду, потому что это вредина. Скай хочет отобрать его у герлфренд. Друзья, всем привет, ребятушки. Мы с вами в моде. Где вредная Скай, смотрите. Она хочет забрать бойфренда. Да, он ей очень нравится. И он говорит, опа, это работает. Теперь мы с тобой будем вместе, бойфренд. А он, как обычно, на своем языке. Бип-бип-бип. Ну что, Балди, поздравляю. Поехали, ого, ничего себе скорость. Малина, Балди, давай, ты помнишь? Да, есть, я ее двигаю, так же в помощь не попадать, надо.
100 баллов, но если ты сейчас проиграешь, смотри, она тебя заберет, эту girlfriend. Ничего себе, а! Бал, ты что, все забыл? Я что, проиграл? Да. Обалдеть. Короче, Бал, смотри. Я не хочу с ней, Малина, спаси меня из ее лап. Хорошо, Малина, давай. Я и так болею, а ты не такой сложный мод выбрал. Малина, на тебя последняя надежда, толстая девчонка. Балди, ты еще и обзываешься, я тебе не буду помогать. Больная тогда. Да, друзья, мы с Валерией еще болеем, но я уже окончательно заболела. И я уже еле-еле говорю. Так, быстрее, ты сыграй, вредно. Если выиграешь, я тебе сделаю теплый чай с ромашкой и медом. Я уже целый день его пью, мне уже тошнит от этого чая с ромашкой, Балди. Хорошо, дам тебе свой последний пирожок. Я его хранил неделю. А вы видели, как наша песня называется? Why Forever? Короче, жена навсегда. Ничего себе! Она хочет быть женой бойфренда навсегда. Малина, спаси меня, умоляю тебя. Что она так наделала? Она, короче, думает, что бойфренд будет с ней. Лянь, она, короче, к нему заигрывает. Ничего себе, Малина, как она так быстро по кнопочке? А вот этот герой просто... Научи меня! Подожди, тебе чуть-чуть осталось, и ты победила, я так понимаю. Балди, это просто-напросто надо постоянно тренироваться, потому что если не будешь тренироваться, все, ничего не получится. Это как математика, надо постоянно учиться. Ну, не знаю, не уверена, что это как математика. Ну, кто победит? Малина! Так, держимся, друзья, осталось чуть-чуть продержаться. Лена вредна, короче, вообще. А скоро Фрэн смотри башкой крутит, я все до фонаря вообще. Она, наверное, тоже заболела, как Малина. Все, чуть-чуть осталось. Она, наверное, тоже чая перепила. Друзья, держимся, все. Ей пофиг, ее там парня держит. Ага, вообще вредина, я тут еле держусь. Ну, что, кто? Все, она такая, бип. Че такая, типа, что происходит? Он такой, бип. Малина, ты меня спасла. Что ты хочешь сказать, что ты имеешь в виду? Он такой, бип. Ты имеешь в виду, что у тебя серьезные отношения? Он, короче, говорит себе, что он верный в отношениях. Анка, нет! Ну что, Балди, я сыграю? Ты сыграешь? Да, потому что тут скорость уже сумасшедшая. Ничего себе! Ну как тебе вторая песенка, нравится? Вторая песенка? Я не знаю, мне никакая не нравится. Я вообще музыку не очень. Балди, серьезно? Ну, она уже, видишь, эта песенка посердите. Уже на нас Скай злится. Так она вообще должна была уйти, почему она не уходит? Подожди, ты у нее победила или нет? Ого! Ничего себе! Малина, как? Малина, нажимай пальцами по кнопочкам или кнопочкам. Ребята, капец. Малина, шмаляю, сейчас капец, сломаешь ногти. Малина, ребята, жесть, она психует, глядь на ее глаза. Она уже нервничает, у нее пена со рта, глаза, смотри, налились кровью. И в ушах какая-то красная штука. Она же психует, Балди, что делать? Держимся. Самое главное, что girlfriend спокойная, как там. Посмотрите, она как худав, спокойная вообще. Вертит головой, сидит себе, как на качелях катается. Тут, блин, уже пальцев не хватит, нет, только не быстрее. Марина, береги пальцы, меняй руку. Лера, помогай, что ты сидишь? Валеришка, помогай. Да что вы меня морально поддержите? Итак, поддержка, служба поддержки, звоним службу поддержки. Алло, поддержите Малину. Поддержите Малину, пожалуйста, принесите. Ребята, ставьте лайк быстрее, чтобы мы выиграли у этой Скай вредной. Давайте быстро соберем 10 тысяч лайков, пока она нас тут не слопала. Лично я уже 5 поставил. Да, балдеж. Фух, ребята, мы выдержали. Ты выстояла, выдержала. Опа. Что? Она, короче, злится на нас. Она говорит, за что? Ты не хочешь быть со мной, вреднюга? Он такой, ты что, хочешь быть этой тупой девочкой, а не со мной? Бип-бип. Он такой, бип-бип. Бип-бип. Она такой, не важно, что ты хочешь. Я сделаю так, что ее не будет. В смысле? Она сейчас исчезнет, эта глупая маленькая девочка, понял? Ничего себе! Ребята, она что-то задумала. Это демон! Жесть, это не Скай, это уже какая-то... А что происходит, ребята? Она приковала girlfriend! Жесть, ребята, она вообще стала злюкой! Она прибила ее к дереву! Ты! Что я? Ты забрала моего бойфренда! Ну так а чё? И сейчас он будет со мной. А, по-моему, ты что-то ошибаешься. Ты заткнись. А мне кажется, ты путаешь, и тебе нужно срочно идти лечиться. Чё ты сказала? А ну иди сюда, красная. Пропускаем слова такие. А он говорит, girlfriend, по-моему, ты переборщила. Не переживай, бойфренд.
Она, конечно, переборщила, но больше ты ее не увидишь. Ребята, по-моему, нам крышка. Ребята, начинается бойня! Лера, давай, Лера! Нет, давай я, ладно. Малина, давай! Слушай, это жесть! Я не хочу жить с ней! Она злая, у нее глаза красные, она готовить не умеет! Как ты с ней живешь? У нее туалетов дома нету! Посмотрите на Гарфрэнд! Она беспокойная, как стар! Вообще, ее прикомала! Она веселится, как будто я не знаю! Она на дискотеке, а не к дереву прибита! Да, ребята, Гарфрэнд, по-моему, всю жизнь как будто была прибита! Так, я стесняюсь спросить, Малина, ты не отвлекайся, я спрошу у Леры. Если мы бойфренд, такие заики, неумейки и не умеем говорить, почему за нас постоянно девчонки борются? Почему мы такие популярны, если мы нифига не знаем? Мы даже два слова сказать не можем. Би-ба-бу-ба-би-ба-ба. Бада, не отвлекай меня, ты меня смешишь, я же зашибусь. Она орёт на тебя, ты посмотри, она вот на тебя сходит. Слушай, а если ей вообще блины чем-нибудь? Можно так? А если я... Не, ну, кстати, я ожидала худшего, честно, от этой песни. А если попасть микрофоном в голову? А, нет, она ускоряется! О, нет! Не ускоряйся, пожалуйста! Малина, спаси меня! Я не хочу с ней жить! Она меня съест ночью! Я таких людей боюсь! Я тоже ее боюсь! Я тоже боюсь! Тихо-тихо-тихо! У меня была Машка такая в 9 классе в школе! Что? Такая же бешеная! Ты говоришь, что она была нормальная! Она сначала была бешеная, пока я с ней не подружился, потом я ее перевоспитал! Ребята, скоро увеличивается! Я не знаю, у нее сейчас пена со рта пойдет, мне кажется, и сопли сушит! Все, мы выстояли! Ура! Yes! Классная концовка, короче, мы остаемся с Girlfriend, а она там сидит в уголочке, видишь, там где-то там ползет от грусти. Но, кстати, в этой игре есть еще и плохая концовка. Если бы мы проиграли, то Скай бы нас забрала, а наша Girlfriend осталась бы такой прибитой. Лайкосик, подписывайся на наш каналчик. Не забывайте про наш канал Валюшка Геймсплей Макс. Там очень крутые серии для тебя. Не забывай, солнышко, ты самая лучшая. Мы очень любим. Всем пока-пока. И не болейте, друзья.